Но здесь, как в моем детстве, стоянка старых этих пожарных машин. Вот мы в детстве штабики делали среди них, вон там сейчас будут, вы видели. Вернуться за наградой. А куда? А где награда? А куда? Ты, сталкер, подойди сюда, поболтаем. Ну, хорошо, я как бы не очень-то сильно и помог, ну ладно. Так, с тобой болтать? Давай это самое бинокль достанем, чтобы он не сердился. С кем болтать-то? Ты можешь на меня остановиться? Так он идет и... С тобой болтать? Да как это? Ну, спасибо, дух. Возьму. Так, держи за поправку здоровья 2000. Спасибо. Так, расскажи себе, что это за место? Меня зовут Бес, я пришел сюда 3 года назад. Блин, целых 3 года. Как и многие здесь беглец, на мне висит 2 убийства и тяжкие телесные. Несколько лет назад моего друга сильно избили в чужом районе, его по кускам в реанимации собирали, пришлось нанести визит вежливости. Когда меня пришли задерживать, менты, пришлось представить одного из них и выпрыгнуть с 3-го этажа. С тех пор я обретаюсь здесь. И счет свой набор статей увеличу прилично. А здесь по мере сил борюсь с беспределом, как и на большой земле. Тренирую, организую молодняк, учу их выживать так. А чего в долг не пойдешь с такими убеждениями? Долг борется против зоны. А что такое долг? Я борюсь за людей. Кроме того, какой молодец. Они слишком сильно связаны с правительством армии. Не горю желанием в одном прикоснуться, проснуться в КПЗ. А что такое КПЗ, я не знаю. Что это за место? Свалка. Место, где нам самое место. Отлично. Видишь кучу всякого хлама. Туда лучше не ходи, там радиоактивные отходы, счетчик Гейгера, как соловей. Валерий Дмитриевич. Тут единственный удобный проход вглубь зоны, и последнее время здесь стали активироваться бандиты. Дальше куда хотят опытные сходят, опытные сталкивают, где территория долго. А, долго территория, они сунутся, боятся. Здесь шакалить, обдирая молодняк, милое дело, так что вместе всем наплевать. Походим опять драться за ужин. Так, ну, продолжай. Это моя жизненная позиция. Везде, а тем более здесь, необходимо оставаться человеком, а не скотом. Ну, поддерживаю, у которого только одна цель – жажда наживы. Дальше. По центру стоит большой заброшенный ангар. Там, в принципе, достаточно тихо. В крайнем случае, можно и переночевать. Если пойти на запад, в сторону Агапрома, там лагерь бандитов. Именно оттуда и шли эти отморозки, которого мы недавно подстрелили. Но я чувствую, что это далеко не все. Спасибо. А торговать что? А что мне с ним торговать? Посмотрим, ну как. Уйти. Давай, все. Спасибо. До встречи. Ладно.